GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу свой новый электрический седан. AN Hyper GT привлек большое внимание с момента своего дебюта. Это первая серийная модель, оснащенная совершенно новым логотипом, совершенно новой платформой и совершенно новой электронной и электрической архитектурой бренда AN. Язык дизайна Hyper GT очень интересен. Его вдохновение исходит из того факта, что Hyper GT похож на металлическую каплю воды, которая интегрирует в дизайн превосходную аэродинамику, заявив о рекордном коэффициенте лобового сопротивления 0,19 для седана в стиле лифтбэк. Фары Hyper GT относительно тонкие, с программируемым интеллектуальным светом, фары могут танцевать под мелодию музыки. В качестве опций предложат камеры миллиметрового диапазона, три лидара с системой распознавания препятствий и оборудование с поддержкой инфракрасного дистанционного зондирования со спутника. В дождь, снег, туман и ночью Hyper GT видит на 200 метров вокруг. Это оборудование делает GAC AN Hyper GT довольно автономным автомобилем, который помогает водителю избегать ДТП. Перед продолжением не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. У электрокара будут версии с одним и двумя электромоторами, причем первая будет разгоняться до сотни за 4,9 секунды. Версия с моноприводом выдает 340 лошадиных сил и 434 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км в час полноприводной версии занимает всего 4 секунды. Запас хода модели составляет 500-600 км. Электромобиль оснащается переменным рулевым управлением и системой демпфирования. Они позволяют авто реагировать на изменения дорожных условий за считанные секунды. Также сзади установлено активное антикрыло, выдвигающееся на скорости свыше 80 км в час, которое увеличивает прижимную силу на высокой скорости. Электромобиль выделяется необычным механизмом открывания дверей, который напоминает похожее решение у суперкаров Lamborghini. В GAC заявили, что это позволило существенно снизить высоту новинки, тем самым улучшив аэродинамические свойства, что делает его одним из самых обтекаемых авто в мире. Теперь известно, что батарея Hyper GT сможет заряжаться мощностью до 480 кВт, а также получит поддержку протоколов двусторонней передачи энергии. Очевидно, при необходимости от электрокара можно будет запитать электроэнергией дом или бытовые приборы. Несомненно, для AN Hyper GT это продукт, который может еще больше усилить влияние бренда. Он не только подчеркивает производительность, но имеет более высокое позиционирование, которое играет ключевую роль в трансформации бренда AN. Сообщается, что цена Hyper GT не превысит 43 500 долларов за базовую версию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!